Спонсоры программы – шинный центр «Территория», улица Студенческая, 15, телефон 58-22-11. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. 11 декабря вечером в Чигирях загорелось двухэтажное здание по улице Березовой. Деревянный коттедж горел открытым пламенем. Полыхающий дом сняли на видео очевидцы. Как рассказали АСН-24 в ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило поздно, когда огонь уже разошелся. В 19:10 поступил звонок, через 7 минут на месте были первые огнеборцы, боевой расчет пожарного поста села Чигири. К тому времени пламя уже охватило второй этаж и крышу. В 19:33 пожар был локализован. В 21:00 было ликвидировано открытое горение. На месте работали 5 автоцистерн и 1 водовозка, 2 звена газодымозащитной службы, огнеборцы пожарных частей Благовещенска номер 1, 2 и 12. В тушении были сложности. Во-первых, сообщение поступило уже тогда, когда площадь пожара была очень большой. Не помогло и то, что первые расчеты приехали быстрее нормативного времени. За 7 минут вместо 20 отведенных для сельской местности. Добавило трудности и то, что этот район безводный. Ближайший гидрант находился в 3 километрах от горящего дома. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Авария с участием автобуса и такси произошла в районе дома номер 66 на улице Строителей около 9 часов утра 11 числа. В результате ДТП был травмирован водитель Mitsubishi Colt. Мужчину 75-го года рождения доставили в областную больницу. Водителю и пассажирам автобуса помощь медиков не понадобилась. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Водитель автомобиля Mitsubishi Colt выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автобусом Deo. Сообщество «Благ ДТП» сообщило об аварии, произошедшей на трассе Чита-Хабаровск. По данным инстаграм-аккаунта, грузовик без водителя, стоящий на заправке, покатился, слетел в кювет и завалился на бок. Очевидцы прислали фотографию с места происшествия. Информации о пострадавших нет. Компания нетрезвых молодых людей напала на водителя такси. Как сообщает аккаунт Амурской Росгвардии в Инстаграме, драка произошла во втором часу ночи возле криминального морга. По данным силовиков, один из водителей городского такси подвозил компанию молодых людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В машине между приятелями возник конфликт, пассажиры не стеснялись в выражениях. Водитель сделал им замечание и пригрозил высадить. Тогда агрессия молодых людей перекинулась на таксиста. Проезжающие по улице Красноармейской автомобилисты не остались равнодушными. Несколько человек позвонили в полицию. Информация о драке поступила экипажу вневедомственной охраны в 1:40. Группа задержания прибыла на место происшествия. К ним обратился мужчина 85-го года рождения. Он рассказал, что его избили и разбили на машине такси 2 зеркала. Кроме этого, потерпевший пожаловался на боль в области грудной клетки. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую помощь. Четверых подозреваемых в причинении вреда здоровью задержали недалеко от места совершения преступления. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Шинный центр «Территория» сообщает о новом поступлении шин для грузовых и легковых автомобилей. Всегда в наличии большой выбор шин разных размеров производства Китай. Высокое качество по доступной цене. Трудовая 149, пересечение с магистральной и Студенческая 15. Телефон 58-22-11.